Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. На страницах 32-33 мы выполним задание под номером 4. Мудрая черепаха предлагает вам воспользоваться картой как источником информации и получить важные сведения о горах России. Используя карту в учебнике, заполните таблицы. Итак, высота некоторых гор России. В первом столбике мы будем записывать название горы и ее высоту. Гора Народная, 1895 метров высота этой горы. Гора Эльбрус, ее высота 5642 метра. Гора Эльбрус является вершиной Кавказских гор. Эльбрус и его окрестности, которые называются Приэльбрусе, одно из самых притягательных мест для альпинистов и любителей горнолыжного спорта. Белуха, высота 4509 метров. И Ключевская сопка, высота которой 4688 метров. С помощью карты объясните устно, где находится каждая гора. Используя данные таблицы, сравните горы по высоте. Перечислите горы в порядке увеличения их высоты и в порядке уменьшения их высоты. Давайте мы сначала перечислим горы в порядке увеличения их высоты. То есть начнем с самой низкой горы. Народная, затем следует Белуха, Ключевская сопка и Эльбрус. А теперь перечислим горы в порядке уменьшения их высоты. То есть начнем с самой высокой горы, это Эльбрус. Следом идет Ключевская сопка, затем Белуха и самая низкая гора Народная. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.